Запись сегодня у нас 2 июля 2016 года. Вот находимся на усадьбе Иосифа. Вот подходят люди разгружать машины, которые подходят. Сергей Пупков на своем такси. Видите, как крикнули, машины идут. Ну, что-то корова там дома на привязи сегодня. То ли ждут отелиться, то ли еще. Леша. Вот так. Это вот приехал к нам из Канады, привез ребенка. Это с Горного Алтая, в красной рубашке. Ну вот теперь рассматривают. Это Владимир подходит, отец Иосифа командует, куда подъехать. И Сергей Пупков на своей машине подвез людей, остановился. Видите, как хорошо быть верующими. Все, кто может, не может, кто молится, кто что. Вот как. Это Иосифова мать, Валентина, моя сестра. Иосиф мне, получается, племянник Андрея. Вот он, хозяин идет. Иосиф приехал на машине. Одна машина уже сколько будет? Машина большая. 4-8. Сергей думает, уезжать или не уезжать. Он пятиться начинает. Да, техника. Техника. А как вручную все это было? На телегах, на лошадях. А уже было время, когда и лошади еще не были приручены. Как Потеряевка расстраивались. Ехали люди, наш вот отец Рязанский, с Рязани. Мы всегда уходили. Ну, шофер. Посмотрел. Куда ехать? Это гречишное поле. Уже цветет прекрасная гречиха. Ну и вот 9 соток. Я не знаю, как они с фермером Барабашом будут рассчитываться. Прекрасные. Больше полметра. Веселые, все довольны. Только что из храма пришли. Только-только. И уже позвонили. Мы из храма идем. И, ну, лагерным сказал, кого он забрал с собой. Это командует Алеша, его брат. Иосифа. Вот Алеша служил в президентском полку. Приехал двое ребятишек. Вот названия какие. Варлам, второй Назарий. Вот это стоит название. Сейчас родился Исааки. Ну, имена-то какие звучные. У нас приехали Нестор. Там у него мешалка. Ну, там и мешалка, видать. Вот, провода тут проводит. Достойно кроет. Такая машина.
О, забуксовал. На Гришихе забуксовал. Дождя нет, а земля сухая. Не может ехать. Вот так. Еще себе. Вот если бы у него были все ведущие, как сейчас какая-то машина, я видел, 4 оси. Оси, все ведущие. Вот так, вот смотри теперь, дергайся. Не обдумано как-то? Вот он где-то тут летает, вот он. Показать хотел коршуны, но не получилось. Вот он застрял, дальше не идет. А то там что-то Иосиф уже делает. Вот фундамент закладывает. И вот этот уже фундамент заложил. Вот шофер открывает. Видимо, привязано там. Ну да. Натянуто. Это Валентина Тихоновна подошла. Это ее внук Никита. А вот как раз и Исаки стоит. Исаки с этим именем живет. Ничего нет, ничего особенного. Вот так строится. Ну что теперь? Принимайте доски. Пошли доски. По доске вперед. Поднимать он не может кузов. Все, рукавишки у всех, чтобы не занозить. Вот доски несут, укладывают. Вот видите как. Ну а дальше там это наш оазис, лагерь детский. Вот там синие. Это машина, правее вот это прикрытое, это умывальник на 10 рожков. Ну, видите сколько, 1, 2, 3, 4, 5, 6, это вот с Горного Алтая Евгений, 6. Ну, людей-то много было, тут 7, вверху 8. Там Владимир что-то командовать хочет, кирпич снимать, наверное. Ну, а кирпич снимать там еще человек 8. Видите как? Все с бородами, нужды нет, приезжие бороды нету. Ну, молодежь без борода еще. Это Алеша. Пожалуйста. Племянник мне тоже. У нее 6 сыновей, у сестры Валентины. Там что-то делает. И о, кто-то там еще бежит. Кто-то бежит и бежит хорошо. Кирпич складывают они. Надо пройти и показать. Доски мы уже показали. О! На досках 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 человек. Ну, гречка здесь. Восемь. А тут кирпич принимают. Тоже посмотрим, что они тут делают. О, складывает Валентина Тихоновна. Ирина. Вот.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Тоже восемь. Это Иосиф что-то бегал. Может быть, шофера надо угостить. 8 и 8. 16 человек, видите, как. Но не хватает тут звено, приходится бегать. Вот, Лизавета бегает. Пожалуйста. А это дочь Мария. Пестреньким одеянием. А это Иосиф. Ну, вот это последний дом 21 имени Марии Лапкиной улица. Иди как, никто никакой зарплаты не требует, ну кроме шофера. Иосиф подошел. Это не совсем понятно. Давайте сейчас все схватили и помогайте. Подожди, стой, 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 ага. Подожди, стой. Табором поднять кирпичи. Куда-то в другое место. Может быть, поближе. Вот оно, табором, табором. Вот давайте здесь. Ну, пошло дело. Еще карабкается там. Штурмуют буквально. Шофер не ожидал этого. Там разгружает, кроме кирпича, еще что-то. О! Открывает. Еще там разные товары. Мы уже знали, что людей надо столько будет. Ой, сначала стяжание полагает женой. Сначала жену приобрети, остальное потом. Сарахов так говорит. Вот они как. Это Володин сын, Иосиф. Шесть сыновей у него. Стороны показать. Доски кладут. Потом их разложат треугольником. О, теперь уже намертво мнут гречку. Пропала гречка. Вот она гречка какая. Богатая. Ладонь не просунешь. Ну вот так вот получилось. Заседали барабаш. Тут батюшка решили отдать участок. Он прямо рядом с братом. Вот брат его Андрей. Тут вот рядом это его дом. Дом 21, улица имени Марии Лапкиной, нашей матери. Мать-героиня, воспитавшая, родившая 10 детей, Пушкин инвалид войны. Отечественной, три брата ее погибли на фронте артиллеристами, как говорится, нашли там какие награды. Все погибли. Все, лопнула доска. Авария. Никита пришел. Еще спрашивает, сучок на сучке. Это намешалка. Видите, какое время. О, еще Анфиса. Ух ты, круто как пошла. Давай. Она абордаж. Пошло дело. Ой, Андрей этот руководит сверху. Ну, это не дают. Тихон. Представьте, Тихоном назвали, вот ходит. Это наш отец был Тихон. И вот этот локомотив тоже Тихон. Работящие все ребятишки. Все делают. Всякому делу научаются. Это не городское безделье, шастать, воровать.
Все. Фишка, давай я буду. Давай, Фишка, вставай вместе с Аней. В церковь пришли, переоделись, там платья до полу. Два платка у всех, волосы, косы. Вот сейчас приехала Катерина, у нее пояс, наверное, чуть не до колен. Ниже пояса. Ладно. Как ваххабит какой, Ося? Раньше меня гоняли, чтобы не снимал, а потом Никита вот бежит тоже. Никита везде бегом. Вот они наши православные ваххабиты. Нас задерживала милиция и говорит: вы ваххабиты какие, наверное. Я говорю: нет, мы верующие. Так и те верующие, ну, те убивают, а мы возрождаем. Вот еще тут тайна какой. Пошло по очереди. Все интересно, понимаете? Кажется, еще особенного тут. А интересно. Тихо, наспрягся весь. Тоже. Тут вроде он и негде брать, а смотри, как кидаются. Во! Бери, баба. Какой рыжеволосый. Настойчивый. Поясок, как положено. Без пояса никого. Вот так. Видите, какие православные это. Тут еще места много. Места много, и можно попытаться поселиться. Но человек должен доказать, что он не лжет, не пьет спиртное, не курит, не матерится и не ворует. А потом иметь средства построить. А средства большие, каждая доска тут, ой-ой-ой. Ничего, жить можно. Если гречиху топчат с таким азартом, ясно дело, что у них хорошо все идет. Да. Что-то сейчас будут они разгружать. Шоферу, наверное, интересно. Цемент. О. Тихону-то сколько лет, Тихону? Лет сколько ему? 10. 10 лет. На Тихона было. Вот так. Это сестра моя Валентина. Он работает, то прям как настоящий мужик. Вот видите, какой народ собрался. А тут цемент возить будут тачки. Оп, упал. Не повезло маленько. Сюда. Шофер, поди, не видал такого собрания людей-то. Ну, надо подвесить, не надо. Хватит телегу. Просто вам тяжело будет. Сейчас как-то смирились, меня гоняли за съемку. Сейчас перестали гонять. О, Мария. Давай, это будет не в городе там отираться. О, как они работают. 10 лет. Вот так надо приучать. Ну, тут еще много чего настряпать можно. Там Люба вывела, гусят своих вывела, пасет на дороге. 21 гусенка, одного коршун задавил. А здесь мой велосипед стоит. Вот он, велосипед стоит. Ну а дальше на территории деревни курить запрещается. Все. А вот там Владимир живет, дальше домик. А, тут корова привязана. Корова. Чего она привязана, не знаю, но показать. Дымок. Ну, замечательный песик, а? Вот как. Мы удержали голубей, ребятишки, но много мышей и там курицы, ну и решили отдать их обратно мне. Вот коровка. Коровка, а тут травку ест, совсем махонький. Но, как правило, это что-то с матерью случилось, сиротинка.
И вот он здесь ходит, пошел. Бегает за велосипедом, несется за ним, молоком-то кормила. Вот дом. Подошел ко мне. О, вплотную. Ну все, однако, там уже моя голубятня. Голубятня, о. Что тут говорить-то, голубятня. Еще мы не понимаем, что ли? Вот она. Сюрреалистично. 960 метров до крыши. Его стоит. Ну я ушел. Все на этом. Ну, дальше. Разгружает цемент и кирпич. 2 июля 2016 года. Это Иосиф Исимов строится. Вот они как разгрузили доски. А теперь кирпич. Кирпич и цемент разгружает. Ну вот показать работу их. Доски. Шоферу подарили Евангелие. Визиточку. Так. Вот видишь как. Растаскивает, что я не знаю, там то ли звездка, то ли цемент. Я добавить еще решил показать. Вот смотри, как пчелы в улье, кто чем, тот вот, кто там. Тихо побежал сейчас домой. Не бросай так. Не бросай. Тут может стоять человек, Тихон или кто-то. Вот так. Какой кирпич сделал. Сколько кирпича привезли. Это что, цемент? Звездка. Цемент? Звездка. И звездка. О, все извести. Мне рассказывал капитан, я служил тогда. Баржа, говорит, его отец рассказывал. Баржа, это не машина, баржа, кирпича. Если кирпичей 10 было разбито, он еще сотню, говорит, даст. Только никому не говори, что разбито. Брать не будут, конкуренция. Ну, старинное здание. Посмотрите, какой кирпич. Сейчас они его делать не умеют. Выкрашивается. Вот он стоит, и сколько уже выкрашен. Не тронуто еще. А уже выкрашено сколько. Пожалуйста. Какой это кирпич? Здесь куда уже набрасывано. И там он берут буквально все кирпичи, отбитые уголки и прочее. Ни одного кирпича не видно, чтобы абсолютно целый был. Только хлопает кирпич, отбрасывает. А берут-то по полной стоимости бракоделы. Так что к старым временам уже не вернуть человека. Он не умеет делать и не желает. И надо скорее, а скорее это значит пережженное. Вот куда иду. О,